Приемный Одинцовского отделения партии «Единая Россия» на Можайском шоссе прошел единый день приемов граждан старшего поколения по вопросам пенсионного обеспечения. Прием вели представители Главного управления ПФР номер 2 по Москве и Московской области. Во встрече приняли участие и одинцовские депутаты-единороссы. В рабочем режиме обсудили вопросы начисления и перерасчета пенсий. Особый интерес вызвал вопрос объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. Вопросы оптимизации и развития Социального фонда Российской Федерации. Также были обозначены вопросы накопительных пенсий, перевода их инвестиционных доходов из негосударственного пенсионного фонда в государственный.